Всем здравствуйте. Давно видео про охоту не снимал, ни про косулю, ни про кого. Последние видео все были. В лес мы с вороном ездим. Это многим, наверное, не интересно. Из тех, кто с самого начала канала подписан и подписывался именно на охоту. И охота на косулю очень много просмотров набирает. Всем там результаты интересно, что охота это не охота, заснято, трофеев надо, стрельбу, кровь там и так далее. Этого, конечно, ничего я пока не заснял, не показал, но решил сегодня часть маленько от этого открыть про трофеи. Та-дам, вот так вот, да? Сразу это будет видео, наверное, про браконьеров. То, что большая часть, думаю, комментариев будет именно примерно так и выглядеть в мой адрес. Про браконьеров. Но те, кто видео-то все смотрел, тот видел, откуда бывают у меня рога появляются. То же самое первое видео с браконьерами. Про браконьеров, вернее. Там мы с вороном находим козлика рогатого. В общем, нахожу я их мы часто. Тут каких-то лис гоняем с зайцами. А охотники-то хорошо сезон закрыли. Козлики. Вон нога, видимо, перебита была. Кость обрезана. Задняя вроде как. Значит, что? Значит, лисы тут полно. Вот они все, следы лиси. Значит, лиса здесь прикормленная. Оп! Да, ворон, ты как думаешь? Выгоним мы ее. Конечно, не выгоним с прикормленного места. Тут широко. Не везде мне проехать. Кусты, камыши. Там дальше сосенки на тот угол будут, где я глухоряда был. Оп, оп, оп. Эй, оп. Вот такой процесс охоты у нас идет. Эй, оп. Эй, оп. Ладно, едем, едем дальше. Не буду вам по духу кричать. Что еще интересное увижу? Еще включусь. Часть, конечно, не нахожу. Часть нахожу. Всего я вам не расскажу. Что найдено, что не найдено. Также из той же охоты, по-моему, на пушных животных. Я там, наверное, два раза натыкался на останки косули. Такие вот рожки не часто попадаются. Но попадаются весной. Либо осенью. Но осенью обычно они до снега еще их носят. Потом все-таки сбрасывают. Есть вероятности найти. Вот резетка. Это было уже на вешалку сделано. Шапочки вешали. Это, конечно, не за один год, не за один сезон набрано. Это очень достаточное время прошло. Такое накопилось. Ну и да, не буду скрывать, это не все. Есть еще часть, но та часть меньше. Некоторые лучше вообще не показывать, так как людей много всяких разных. Вон та голова, наверное, последняя, я ее не успел обрезать. И по размерам все разные рога. Есть вот такие даже. Два отросточка, три отросточка. Вот такие. С резетками тоненькие. Есть вот даже голова, видно по сравнению, например, с этой. Сравнить или вот с этой. Вот это тоже хороший такой козлик был. В общем, знаю я, какой он был. И вот этот был хороший такой. Он даже голова здоровенная. Рога вот мощные. А сами рога вот не очень.
Но я все тащу домой. Мне все интересно. Все мне нужно. Вот эти вот. Это еще у отца были. Я сколько помню. Столько они висели у нас на стене, на досочке. Вообще шикарные. Такой разлет. Не знаю. Почти 30 сантиметров, наверное. Вот такие вот всякие-всякие рога. Всякие трофеи. Не просто красиво. Это в первую очередь память о некоторых моментах. Вот такие вот тоже красивые. Мне, по крайней мере, нравятся. Это не потому, что я знаю, откуда они пришли, историю с ними. Вот такие. Вот этот, по-моему, был отстрелянный рог на охоте, на загонной. Вот такие даже есть рожки. Все сибирская косуля наша. Вот разница, да? Вот такие. Вот тоже отстрелянные. Ну, тоже не выбрасывать же их. Вот это сломалось. Это были тоже одинарные. От старости, наверное, уже. Но самый интерес у меня и память вызывает, в общем, вот такие вот рожки. 4 отросточка на одном. На втором маленько они не симметричны. Вот такой. Высота, ну не знаю, я не мерил, мне не очень как бы это принципиально. Вот такой красавец. Кто видео, кстати, про косулю смотрит, это не тот, что я выкладывал в апреле, по-моему, с большими рогами. Это не тот, это другой. И этим рогам лет, наверное, 10, даже больше. Даже больше. Ну и к этому вдобавок есть еще вот такой красавец. Тоже здоровенные рога. Есть еще одни, но их я вам не покажу. Вернее, может быть, и покажу. Кто меня понимает, тот дальше поймет потом по видео. Вот так вот. Вот такая красота. Не знаю, почему многие не собирают их. Вот даже взять нынешнюю охоту на косулю, которая на зоне проходилась. Знаю, что весной я головы 3 или 4 найду точно с неплохими такими рожками. Вот с такими примерно. Может быть, даже и покрасивее, и побольше, может быть, поменьше. Так как косуль обычно стреляют больше, чем лицензии, или даже лицензии не на сигалетка, а стреляют взрослых, то, конечно же, голову не берут, а бросают. Мы потом с вороном ездим и собираем урожай. Так что весной мы планируем добавить еще количество к этому кое-какое голов. Вот такие подарки приносит нам лес. Мы в лес возим подарки, а лес нам отдает такие вот подарки. Вот такая красота. План это у меня, конечно, их потом все на стенку приделать, повесить. Стена пустая. Пусть будет красота. Ну, вот так вот небольшое видео. Кому будет интересно, в комментариях напишите. Может быть, что-то подобное потом еще сниму. Про некоторые могу, конечно, истории рассказать. Но я не думаю, что то, что я сейчас могу рассказать, будет использовано против меня в суде. Говорить же я могу что угодно, могу что-то придумывать, что-то не придумывать. Вот этот, например, был на 121 шаг добыт. С малого калибра. Выстрелом, попаданием, вернее, в печень. Прошел метров 20, наверное, шагом и лег.
чистого мяса 34 килограмма было и 3,5 килограмма ливера. Это почки, сердце, легкие и печень. Откуда я знаю? Ну, просто знаю такую информацию. По времени это было месяц, сейчас не скажу, лето, время 22:02. Знал я до минут, где такой пасется, в какое он время выйдет. Вышел он раньше, причем на 4 минуты, чем ожидался. Я в каких-то видео рассказывал или в комментариях писал, что раньше я, когда в школе учился, гораздо чаще находился в лесу. И все до минут знал. И мог потом, например, неделю-две в лес не показываться, но знал, в какое время, в каком месте козлик выйдет. Какой выйдет. Вот такая вот история. И таких историй, кстати, здесь достаточное количество. Ну, вот так вот. Всем пока. Не бросайте трофеи. Для вас это тоже, думаю, все-таки память. Или просто рассказывать, как какая-то охота была. Либо еще и смотреть и любоваться этим. Ну, вот так вот.